Всем здравствуйте, звать меня Валентина. Сегодня видео о пустых баночках. Для многих это любимая рубрика. Так, давайте начнем сразу. У меня тут такой бардак. Прям сегодня, короче, решила заснять, потому что уже просто хранить у меня негде. Нужно их просто мне уже сдавать, эти пустые банки. Я за деньги сдаю, кто не знал. В общем-то... Ну, и это находится не в Москве, а я передаю через свою подругу, короче, и увозят в Подмосковье где-то, короче, вот так вот. Ладно, давайте начнем, это не так важно. Закончились у меня, отбыло такие прокладки женские, ежедневки, кстати, очень хорошие, и они не бюджетный вариант. Я смотрела в интернете онлайн, тоже по магазинам там полазила, в общем, через приложение, и в общем-то я так сравнила, думаю, да, ну зато оно качественно хорошее, как бы не то, которое фигня, такие, короче, есть, она не сравнить вот с этой. Ну летом мне удобно тонкие носить, даже фигню, а такие, потому что жарко бывает они, в общем, именно в жару, сильно толстые мне как бы тоже не очень подходят, в общем, вот. Спасаюсь тонкими. Так, потом закончилась зубная паста такая, в общем, что могу сказать. Здесь биоактивным комплексом укрепляет десны, освежает дыхание. Это было у меня в подарок, новинка. Ну, мне как бы так еще пока не распознала, но по-среднему, в общем-то. Если подарят, конечно, буду пользоваться всей семьей. В общем, еще такая вот. Тоже новинка из подарка с экстрактом календулы, за счет от кариеса заботится о деснах. Пока тоже еще как-то я ее до конца не распознала, надо побольше попользоваться. Если еще будет в подарке, то, конечно, еще тоже как-то она еще непонятна для меня. Рекомендовать я не могу. Нужно подольше мне ее поузнавать. Так. Понравилось крем для лица и век, интенсивное омоложение, кстати, очень хорошая чистая линия, достаточно надолго мне хватает и хорошо, в общем-то, здесь идет у меня даже увлажнение, ну я так почувствовала. Для кожи с возрастными изменениями. В общем, классный крем. Также потом от чистой линии крем для лица гиалурон, сияние, увлажнение. Вот увлажнение, вот это вот очень хорошо, да, мне подошел для сухой кожи дневной. Классно. Так. От чистой линии еще понравился мне давно, тоже из подарка пантенол, пятерочка, защита, уход. В общем-то, на прохладную особенно погоду очень хорошо. И либо, знаете, когда бывают трещинки такие на коже, заживлить нужно, тоже очень хорошо помогает. Также еще понравился крем для рук вот от такой марки питательный, мед и пантенол. Очень классный запах, никаких нареканий, и в действии классный. У меня было два тюбика. Один тюбик у меня у свекрови был, и один тюбик у меня, потому что я разделила, у меня было в подарке, я дала ей и себе оставила. Так, ну, потому что бывает очень много, и я делюсь с ней за то, чтобы она не испортилась. Так, потом это у свекрови было в подарке, не знаю, кто-то ей там дарил, не буду и коверкать, вот такой марки кремушек для рук. В общем, и она сказала, очень хороший, ей понравился. Кстати, запах я даже не нюхала сама. Но запах на любителя. Вот. Не знаю, я тоже сейчас очень такая стала к запахам
в общем, придирчиво. Я не каждый, даже флакон еще как бы открою, буду пользоваться даже из-за запаха. Понравился мне от такой марки крем, обогащающий масло авокадо. Это как дополнение к тому, что увлажняет кожу сначала, а это ближе к вечеру можно либо чередовать, в общем-то, среди дня даже попользоваться им. Хороший тоже крем. И, кстати, он легкий такой. Вот кто легкий любит. И по запаху он не химозный такой, но авокадо тут не особо пахнет как-то. В общем, маловато для меня показалось по запаху. Так, закончился от Бура Плюс крем. В общем, дарили мне его две штуки. Один у меня был, один у свекрови ей отдавала, потому что что-то у нее тогда аллергическое выскочило. И, в общем, она и спаслась этим кремом от прыщей. Прыщи такие мелкие-мелкие были, аллергические. Вот она им на ногах именно убрала. Так, если кто не знал, то что примите на заметку. Лечебные травы. Это моя любимая зубная паста от Сплат. Кстати, 100 мл. Тоже это у нас из подарка. Очень хорошая. Это мои любимые зубные пасты. И свекровь любит только их. Зубная паста. Так. Из подарка открыла недавно косметическое мыло. Подходит для лица и руки, тела. Лицо не умывала. Вот тело мыло. Руки тоже. Но, честно сказать, чесаться тело не стало после первого применения. Но я только вот недавно его открыла. Поэтому, что могу сказать, с первого раза оно мне, честно сказать, зашло. Понравилось. Кожу не стягивает. И даже сухости я не почувствовала. Классно. И по запаху тоже. Так. Зубная щетка такая вот. Не знаю я, что могу о ней сказать. То, что неплохое качество. Тоже в подарке было. Аж их там 5 штук было. Этих зубных щеток. В общем, всей семьей пользуемся. Понравился мне мыло Palmolive. В общем, такой вот витамин С и апельсин с увлажняющим компонентом для лица и тела. Тоже идет для лица и тела, а я использовала для тела. Я использовала вот этот кусок. Вот этот кусок, здесь это пользовался мой муж, витамин В и гранат. А мой кусок еще лежит вот именно с гранатом, чтобы попользоваться. Классное тоже мыло оба куска. А так я уже тоже пользовалась. Таким у меня просто в запасе еще лежит. Классно, мыло мне понравилось. И тоже, кстати, очень приятный здесь запах. Здесь как-то мне не очень по запаху. Наверное, потому что я не особо как бы любитель, наверное, апельсина запаха. Ну, от граната классный запах. Так. По поводу масок давайте начну. Которые я уже попробовала. Маска для лица огурец, свежесть, увлажнение. Вообще, девочки, присмотритесь к такой марке. Классная. Увлажняет просто супер. Кожа потом такая, знаете, становится моложе. После нее просто супер. Кожа моя прям огромную благодарность высказала этим маскам. И вот эта еще маска, присмотритесь, это тоже вообще. Она вот маленькая по размеру. По моему лицу прям зашла классно, как раз и увлажняет просто абсолютно крутая. И много столько в ней вот именно алоэ, вот эти вот просто увлажняющие. Я просто была очень рада, то что мне подарили такие маски для лица. А вот эта маска, она уже побольше для лица, именно у кого есть большое лицо, вот это больше подойдет. Ну, ничего страшного, я тоже использовала, мне очень понравилось. Я от них в восторге, от таких масок. И, кстати, уже я заметила то, что мне многие дарят тоже такие вот маски. Я уже как-то схожу из баночек, которые у меня раньше были, когда маски из банок. И что-то в последнее время смотрю, мне стали дарить, и они мне больше нравятся такие, которые именно тканевые.
от Pantenol. Прям здесь у меня клиническая помада. Тоже это было в подарке. Даже ценником, видимо, не отодрали. Так, 109 рублей. Ну, классная. В общем, Pantenol я, кстати, очень люблю. Вот именно. Хоть, ну, марку вот эту Эва, или как она называется правильно. Очень хорошая. Мне понравилось качество. Спасибо огромное за все подарки. Так, девчонкам моим. Всем поклонникам, поклонницам, которые дарят. Так, с которыми уже стали дружить. Мыло хозяйственное. 72% тоже было в подарок. Попробовала я. Ну, честно сказать, не особо оно как-то пенится, если по-честному сказать, да. В общем-то, мылится как-то не особо, но оно зато не воняет. И приятно было им пользоваться. Классно. И оно хорошо отстирывать тоже. В общем-то, так. Что могу рекомендовать? Был у меня в подарке карандаш для очистки подошвы утюга. Запомните именно вот такую марку. Я просто обалдела. Классный вообще для всех типов поверхностей. Хороший карандашик. Правда, здесь он шел без всяких тряпочек. Просто один карандаш. Но я нашла способ, какую тряпочку найти, чтобы убирать за ним нужно обязательно с подошвы. В общем, классный карандаш для очистки утюгов. Так, не утюга, а поверхность налет. Так, это у меня, как обычно, от Bella Classic Nova Max. Дышащие прокладки закончились. У меня 10 штук. Так, в упаковке 10 штук. А так у меня было их 3 упаковки. Вот, видите, сколько. Это для девочек. Если кто ночные не хочет переплачивать, дорогие, покупать. Это хорошие, кстати, мне подходят, не знаю, как кому. Очень классные. Также еще потом зубные щетки вот из подарка, которые еще 2 штуки. В общем, еще 2 штуки у нас лежат. В общем-то, целые. А 3 штуки мы уже взяли. Так, использовали. Так, что могу не рекомендовать? Все-таки я ее еще дольше использовала. И конечный результат могу сказать про мицеллярную воду. Она мне не подошла. Я не знаю, может, кому-то как-то подойдет. Но я ее рекомендовать не буду в том плане, что она вызывает прыщи. Очень серьезно моей коже вызывала. Мне она не подошла. Это из магазина Маяк. Просто капец какой-то. Я отдала свекровь, свекровь нормально пользовалась. Просто у нас кожа разная, мне она не подошла, а свекровь подошла, как бы ваше дело покупать или нет, вам смотреть. Но рекомендовать я ее не буду. В том плане, то, что если я попользовалась и мне не подошло, и что-то мне не понравилось, я никогда не буду говорить неправду. В общем-то, но я могу сказать одно, то, что я когда отдала свекрови, свекровь пользовалась. И у нее ничего не вызывало. В общем, я думаю, то, что это, скорее всего, может быть даже не в качестве самой мицеллярной воды, а просто в моей коже. В общем, кожа моей не понравилась. Вот. Этот похрустело немножко, извините. Сразу в пакет складываем, потому что уж слишком тут много у меня. Так, следующее давайте начнем. Силит Бен антиналет блеск, сила цитруса. Я, по-моему, уже рассказывала об этом средстве для унитазов. Хорошо работает, мне понравилось. В общем, было тоже у меня, отдавали мне. Это даже не в подарок, это просто мне приносили, отдавали. Целые, в общем, делились со мной. Так, хорошее тоже средство. Потом вот это могу рекомендовать. Силит налет и ржавчина 100%. Удаление из вискового налета. Девчонки, если кто не знал, попробуйте. Вообще хорошее очень средство. Я осталась довольна. Так, Чиртан. Освежитель воздуха, весенние цветы. Кстати, очень тоже для туалета само то. Очень приятный аромат для туалета.
Нравится. Так, у свекрови забрала бутылочку такую. Крем для рук и ногтей комплексный с экстрактом манго. Она сказала, ей очень подошло, и он действительно увлажняет и питает, и очень вкусно пахнет. И я откуда знаю, почему вкусно пахнет. Я хоть сама им не пользовалась, но пользовалась моя свекровь, ей понравилось. И запах, кстати, я открывала крышечку вот здесь, вот да, этот вот дозатор, и очень вкусно пахнет, понюхала. Как бы, она сказала, можешь рекомендовать, потому что оно очень действительно действует. Действие от фирмы Маруся. Кстати, девчонки, присмотритесь. Так, жидкость для снятия лака, это недавно стала им пользоваться. Ногти я вот вчера тут перекрашивала. Хороший гель-лак, очень быстро смывает, так что вот, классно, тоже был у меня в подарок. Так, не стала ничего вытирать, тут запачкала я, ну ничего страшного, думаю, покажу вам. Шампунь для всех типов волос, комплексный уход Свобода, мне уже не один раз его дарят, очень хороший, могу рекомендовать. В общем, использовали отлично. Так, давайте начнем продукты тогда. Сейчас я это уберу маленечко сюда подальше. Сразу пакет, потому что мне тут немножко надо разгрузить. Станичное солнце, масло подсолнечное, если где-то увидите, очень хорошее. Тоже можно. И Анка, бюджетный вариант. Потом красная цена масла. Очень хорошее тоже. Можно тоже покупать. Пользоваться я и для жарки, и для салатов. Делала хороший вариант тоже. Еще такая бутылочка. В общем, их было аж 3 у меня. Вот, видите. Так. Следующее. Любимый земляничный лето. Уникальный вкус. Это сок. Я очень люблю такой вот сок. Кстати, очень вкусный, если кто не знал. Я думаю, то, что многие знали. Очень хорошее. Так, еще попробовала. Для меня это была новинка тоже мне в подарок. Вместе с подарками. В общем, была куча продуктов и была куча всяких уходовых средств и химии. В общем, в подарке. И я увидела то, что смотрю, чаек мне подарили. Кстати, это на любителя. Здесь идет лемонграсс, что-то еще. Лимон, что ли. И что-то еще. Ну, в общем, вы видите, мне он понравилось. Он необычный такой какой-то. Ну, вкусненький. В общем, ну и приятный, в принципе. Просто к нему нужно привыкнуть. Не каждому зайдет. Это вкусовые предпочтения должны быть. Так, окей, молоко. Кстати, попробовали. Чисто так вот, если какао попить, там в кофе добавить. Нормально. Ну и кашу иногда даже варим. Так. Было у меня в подарке много вот сладостей. Такие вот шоколадки. Ела я. Потом еще такая вот была тоже. Это, по-моему, что-то у нас идет. И это идет у нас батончик неглазированный. Нуга с жареным орехом. Очень вкусно. Прям обалдела. Вот это тоже вкусненько. И с кишью фруктовый батончик. Первый раз вроде как пробовала, но мне очень понравился. Классный. Я, кстати, мало ем шоколада. Ну вот этот я прям с удовольствием поела. Тоже с орешками. И как я люблю прям. Также потом еще такая вот была шоколадочка. По-моему, даже не одна. Вот их 2 было. И еще такая вот была тоже одинаковая. По-моему, такую я уже показывала тоже. Так, следующее. И гематоген детский. Пару штук. Нет, не пару. Было аж 6 штук. И, в общем, я разделила на всех. Свекрови себе и мужу тоже. В общем, это чтобы мне лишнего не было. По сладкому. Скушали с удовольствием. Спасибо огромное за все подарки. Так, следующее.
Это из магазина Окей, Самсон, фрикадельки из домашнего фарша, кстати, очень хороший. И удобненько там на скорую руку так бац-бац. Я сделала овощной суп и в конце вот такие фрикадельки добавляла просто у меня с овощным супом. Не знаю, свекровь угостила. Муж сказал, очень вкусно. Ну, он у меня всеядный, конечно. По ему никогда не поймешь, где вкусно, где и как. А вот свекровь она мне сразу сказала, просто очень вкусный суп. Такой легкий, летний. И вот то, что надо. Точно, говорит, с такого не пополняешь. Поэтому все, говорит, отличные фрикадельки по качеству мне очень зашли. Тоже нравятся и вкусненькие. Так что смело можете покупать, если кто в Окее будет покупать такие фрикадельки. Так. Следующий. Кетчуп шашлычный атакей. Он, кстати, что-то как-то он острее показалось места. Раньше он не такой острый был. Нет, потом новинка от магии. Ну, она так-то, я ее знаю, то, что это универсальная приправа хорошая. Но 200 грамм стало. Для меня как бы это в новинку стало. Потому что раньше казалось только по 100 грамм. Ну, и это очень хорошо, то, что 200 грамм, две упаковки в одной. Так, Астория кетчуп шашлычный. Вот этот мне больше понравился, чем Атакей. Что-то в этот раз я попробовала. Классный, очень вкусный. Так, мое лето. Грибы, такие вот именно шампиньоны, использую я в подливу грибную. В общем, делаю я прижарку обычную, лук, морковь, потом приправки тут добавляю, потом грибочки нарезанные, почищенные в шампиньоны, и заливаю это все сливками 10%. И чуть-чуть разбавляю молоком, потому что 500 мл бывает мне мало. Они сильно густеют, в общем. И очень хорошая получается подливка для любого. Хоть для картошки, пюре, хоть для... Ну, на любой гарнир, короче, подходит классно. И, кстати, еще, если как вот я вам продиктовала, вы захотите подливу делать, то можно, конечно, еще и такие фрикадельки добавить, если кто хочет с мясом. А я как бы больше стала к тому склоняться. Иногда мясо ем, а иногда я почаще вот такой вот не без мяса. Что-то во мне перестурбация какая-то произошла, многие меня не узнают. Вот, поэтому что сладко, что по мясному, в общем-то, редко, но бывает и метко из-за того, что праздники. А так я что-то в последнее время не особо мясо любитель. В общем-то, ну ладно. Сейчас вы увидите, как я не особо мясо любитель. Просто у нас так накопилось и много, и просто хохотала. Ну надо же, столько мы съели. Так. Какао Дерамикс, напиток хороший, я очень люблю, мне оно нравится. Так, могу рекомендовать его без опасений, если кто не знал. Также пшено золотистое, очень хорошее качество. В этот раз готовили кашу, так что хорошее пшено можете приобретать. В общем, без опасений. Так, Любятово, витаминный крекер. Вообще хороший, мне он нравится, мой самый любимый, с фигурками, здесь всякие разные зайчики, там туда-сюда, животные, в общем, интересные фигурчатые, в общем, печенюшки. Так, вот букет приправ по 100 грамм здесь, вот от маги. Так, уже 150 раз показала, просто ничего не рассказываю уже там. В прошлых я рассказывала. Так, печенье кольцо, очень вкусное с орехом. В общем, тоже не побоюсь рекомендовать. Хорошее качество. Так, это уже я говорила. Про кетчуп такие говорила. Это еще одна мысль такие говорила. Хорошее качество мистраль ядрица гречневая крупа. Очень я ее люблю. И поэтому стараюсь я как-то лучше ее сейчас приобретать. Либо мне дарят когда даже с продуктами, с сумками. В общем, хорошее. Это кого я лично знаю. От чужих я никогда не буду ни есть, ничем не пользоваться. Только его хорошо знаю, кто мне не навредит. Поэтому так что не переживайте, потом не пишите то, что я там у кого-то что-то чужое ем. Нет. Так, лимонная кислота Атакей для любимых блюд.
хорошую тоже беру, кстати, в последнее время для чайника, который мне подарили. В общем-то, спасибо огромное за все подарки, просто обалдеть. И, в общем, чищу я этот чайник именно вот такой лимонной кислотой. Очень хорошую. Так, следующее. А в этот раз даже не для запекания, как здесь заявлено, для запекания и гриля, но брали для салата. И очень хорошие салат тоже идут. Так что не надо нас обманывать, господа товарищи, кто тут написал. Сливовидные томаты для запекания и гриля. Не только для этого. Так что если кому и для гриля нужно, пожалуйста. И кому для салата тоже. Они были по выгодной цене. И что там мы тогда с подругой ходили, гуляли и взяли. В общем, по магазину лазили с ней. Я говорю, давай, говорю, попробуем, мне для салата надо. Потому что те были, которые без упаковки, они все были очень дорогие. А было по карману немножко не потянуть. Как бы я экономный человек. Ну, как бы любитель. Все правильно, тратить деньги. В общем, так, не переплачивай. Поэтому здесь такие. Ну, они неплохие. В общем-то. Вкусные даже. Не как, вы знаете, была трава прям. И вроде и такие с виду хорошие, красивые помидоры, а трава травой. А эти нет. Это не трава травой. И красные прям, и вкусные. Так, еще одна у меня такая вот упаковка от Любятово. Печенье закончилось. Которое уже показывала, я не буду рассказывать. Так. Творожная масса с курагой 180 грамм, такие очень хорошее качество. В этот раз я даже заметила, когда ела именно вот эту вот прям кусочки кураги, очень классные, вкусные и, естественно, более такое, вы знаете, натуральное. И по поводу кураги, натуралка там прям вообще вкусный. Спасибо вам, молодцы. Так, там вот много чего надарили. Так. Это у нас было дарено именно вместе с куличами. Мне, кстати, куличи в этот раз подарили, наверное, штуки 4. Да. Очень много было так на Пасху. Потом еще рожки, макароны сделали. На скорую руку тогда что-то ходили. Я быстренько взяла, чтобы прийти приготовить, а потом мне нужно было уехать. Я беру так быстро. На скорую руку. Что такое? Так, потом спагетти тоже, в общем, я не буду рекомендовать, потому что это не особо качество, поэтому это просто, что я на скорую руку брала, рассказываю. Так. Сосиски молочные, кстати, вот именно вот такие хорошие были, если где увидите, в окей. Можете не бояться брать, Великолукский мясокомбинат. Только их долго не варите, их нужно, ну, честно сказать, минут 5 даже где-то так вот сварите, все, они быстро варятся, чтобы они у вас не разварились. Так, на вкус тогда они как бы не разваливаются, хорошие, как бы для своей цены. Вот. Должны понимать то, что не вау, да, как бы по качеству, но можно кушать. Так, а такие сливки очень хорошие, мне, кстати, они понравились именно для подливы. Они вот такие идут, 10%, 500 грамм, хорошие, не сворачиваются, ничего, такие классные. Так, и сколько тут у меня упаковок? Кто-то тут говорил, мясо столько я не ем. Ну, я не одна, я с семьей кушаю. Так, сейчас скажу я вам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 упаковок. Вот таких вот закончилась Лошкарёв котлеты из индейки. Вот. И больше мы как-то вот склоняемся к говядине и индейке, такие котлеты. Вот. Ну, это не за один месяц у нас, так что не переживайте, что я тут пополнею. Я не пополнею, знаете, я столько сейчас кушаю, стало мало. Лучше почаще там, допустим, но и то чаще у меня не получается, потому что мне не столько сейчас может желудок кушать. И я очень рада, что я теперь стала такая, какая я стала. Так что я лучше еще вес сброшу, но я понемножку ем. Так что вот, как раз к лету нужно. И сейчас уже столько я не буду есть, потому что
потому что, в общем, ну, мне помогает моя семья. Сладко, я много не ем, потому что те проблемы, что нельзя, то нельзя, то и это нельзя. В общем, все, что пока сейчас можно, я потребляю. А что нельзя, у меня просто все в меру стало. И часто не ем даже вот шоколад, потому что повышает давление, да. Ну, в общем, поэтому я его стараюсь избегать. Это бывает очень просто с охотки. Ну, в общем, поэтому мне и не дарят много шоколада. Уже все знают. Ну, в общем, я же видео рассказывала в тех, что я стала сходить от шоколада. Вот. Ну, конечно, расслабляюсь и хочется иногда. Но потом же и страдания эти, зачем они? Ну, бывает. Но я знаю меру. Вот. Дальше потом остановка и все, не ем. Все, заболталась я лишнего, не хочу больше говорить. В общем, все, что у меня было, я рассказала, показала. В общем, ребятки, девчонки, всем спасибо, кто меня смотрит. Всем спасибо огромное, кто меня поздравил, даже в комментариях, со всеми праздниками. И кто меня смотрит и лайки ставит. И, в общем, просто огромное спасибо, кто подписывается. Всем, кто пишет. Всем спасибо за ваши лайки, за ваши комментарии, за ваш юмор, кто-то юморит у меня. Не бойтесь, вы можете, конечно, юморить. В общем, главное, чтобы вы не ругались у меня на канале друг с другом, там, потому что бывает, приходится блочить таких негативщиков. И мой канал чисто, знаете, для хороших людей, которые, ну, которых злых я стала уже просто молча блокировать. Бывает слишком, когда уже перегнут в палку, я тогда уже просто уже стебусь, понимаете? Просто вот, реально мне уже даже бывает смешно от некоторых людей, потому что не понимая, даже не задумываясь, что пишут, и потом думаю, зачем это надо было? Вы серваж. Да идите работайте над собой, убирайте этот негатив, идите ищите выход, но не надо на других говно свое сливать. В общем-то, вы же все равно все себе назад заберете. Весь этот негатив. И я считаю то, что просто не надо на такие даже, знаете, время свое тратить. Как-то пофиг стало на них. Раньше как-то я внимание обращала еще, когда первое время была на Ютубе. А сейчас мне просто смешно стало. Так что вы сами над собой там смейтесь, которые пишут мне негатив. Реально. Вы просто люди смешные. Нужно работать над собой, которые пишут мне гадости. Задумайтесь, к чему это все. Вы же сами себя видите в негативе. А кто именно хороший, у меня позитивный, они знают то, что они такие не гнилые, нормальные люди. Так, все, заговорилось много. Всем спасибо за подарки, за ваши просмотры, за ваши лайки, за ваши комментарии. За ваши подписки. Всех люблю, целую. До новых встреч. Пока-пока, мои хорошие.